Научно-медицинская фирма «Нейротех» производит профессиональное оборудование для диагностики и реабилитации. Основное направление в реабилитации – БОС-терапия. БОС-терапия – научно признанный метод восстановления когнитивных функций организма как у взрослых, так и у детей с ограниченными возможностями. Психоэмоциональная коррекция методом БОС – эффективный способ приобретения навыка самоконтроля и саморегуляции без боли и побочных эффектов. Программно-аппаратную часть психокоррекции представляет система BrainBeat NeuroFit. Комплекс состоит из беспроводного нейроинтерфейса BrainBeat и специального программного обеспечения. Педагог надевает гарнитуру на голову ребенка. BrainBeat регистрирует параметры мозговой активности, которые отображаются в виде игры на экране монитора. Ребенок управляет игрой посредством усиления концентрации внимания или релаксации. Одновременно на экране ноутбука специалиста отображается весь процесс тренировки в виде сигнала ЭЭГ и меняющихся показателей мозговой активности. Специалист полностью контролирует процесс тренировки, повышая или понижая уровень сложности выполнения задач. В конце БОС-тренировки программа формирует отчет, наглядно отражающий успешность проведенного тренинга и динамику эффективности проделанной работы. Система разработана специально для работы психолога, логопеда, дефектолога с целью когнитивного восстановления. Реабилитация опорно-двигательного аппарата методом БОС является неотъемлемой частью комплексного подхода к восстановлению жизненных функций особенных детей и подростков. Система БОС Калибри позволяет восстановить двигательные функции пораженных мышц при ДЦП, травмах, после операций. Беспроводные датчики Калибри регистрируют миограмму пораженных мышц и передают параметры ЭМГ программу на ноутбук. Полученные данные отображаются на экране пациента в виде игры, которая выступает в роли обратной связи. Игра управляет силой напряжения или расслабления мышцы, таким образом восстанавливая ее функциональную возможность. Показаниями к назначению БОС-терапии являются любые двигательные нарушения, связанные с поражением мышечных волокон и нервных стволов. Главными преимуществами метода БОС является абсолютная безопасность, безболезненность и физиологичность метода, основанная на нейропластичности человеческого мозга, способной самостоятельно восстанавливать и поддерживать жизненно важные функции организма. Мы всегда идем навстречу нашим партнерам и рады сотрудничеству с вами.